Здравствуйте, в эфире Первого городского, служба новостей «Город», в студии Алексей Колодкин. Чем запомнились эти выходные калининградцам? Что больше всего обсуждали в понедельник? Узнаем в ближайшие 20 минут. И вот о чем пойдет речь далее. Страшная авария под Калининградом. В Черняховске столкнулись легковушка и микроавтобус. Есть жертвы. Снова в списке отстающих. Для строительства калининградского стадиона вновь не хватает песка. Полсотни калининградцев, строгое жюри и откровенное задание. Как прошел кастинг во второй сезон проекта «Я топ-модель»? И кто услышал заветное «Вы в проекте»? Внимание, водители! Польские автомобилисты предупреждают о последствиях шторма на международных трассах. Русский Челентано в Калининграде. Зачем Артур Пирожков приехал в наш город? И к первой новости. В Черняховске на улице Ленинградской столкнулись легковушка и микроавтобус. Есть жертвы. Последствия ДТП сейчас вы видите на своих экранах. По предварительным данным, водитель «Опеля», это 49-летний мужчина, скончался до приезда скорой. Ранее он уже был лишен водительских прав. Его пассажир с травмами доставлен в больницу. Люди, которые ехали в микроавтобусе, не пострадали. Как сообщают полицейские, микроавтобус Volkswagen двигался по своей полосе и стал совершать поворот налево. В этот момент в него врезался «Опель». Причины ДТП сейчас выясняют дознаватели. Тем временем ГИБДД просит всех водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не использовать мобильные гаджеты во время движения. Возможно, следующее видео, подготовленное службой «Безопасный город», заставит вас и ваших близких соблюдать элементарные правила дорожного движения. Нарезка аварий за прошедший месяц на ваших экранах. Ну а теперь о новостях воздушной гавани. С октября калининградцы смогут летать в Берлин и Прагу. Стоимость полета в одну сторону – 85 евро. Билеты появятся в продаже после 15 августа. Рейсы в Берлин и Прагу будут осуществляться дважды в неделю. О других не менее интересных новостях расскажем далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». В 2018 году в МФЦ можно будет оформлять регистрацию рождения и смерти. Об этом рассказывает заместитель министра экономического развития Сава Шипов. Ожидается, что законопроект примут до конца этого года, но сейчас это уже работает в трех регионах России – Москве, Тюменской и Воронежской областях. Помимо этого, министерство предлагает предоставлять в МФЦ услуги по другим жизненным ситуациям, а именно рождение ребенка, выход на пенсию и смена имени. Не успел в Калининграде закончиться один ураган, как синоптики уже прогнозируют новый. Гроза придет в регион в пятницу 18 августа. При этом будет тепло, плюс 28 днем и плюс 20 ночью. Скорость ветра увеличится до 13 метров в секунду, а в субботу весь день будет идти дождь. Темпы поставок песка на стадион к чемпионату мира 2018 недостаточны. Об этом в ходе выездного совещания заявил главный федеральный инспектор Сергей Елисеев. И порекомендовал правительству региона решить проблему и, возможно, предоставить дополнительные карьеры. На данный момент Калининградской области предоставили два песчаных карьера, но их оказалось недостаточно. За три недели вывезли около 18 тысяч кубов песка. При этом нужно еще 108 тысяч. В Польше 15 августа отмечают одновременно два праздника – Успение Пресвятой Богородицы и День Армии. В этот день в республике не будут работать крупные торговые центры, а также госучреждения и частные фирмы. Исключениями станут маленькие магазины. Балтика снова проиграла, причем вторую игру подряд. На этот раз калининградская команда соревновалась с «Зенитом-2». Балтийцы проиграли со счетом 2-0. После поражения футбольный клуб опустился на 7-е место в турнирной таблице. В следующий раз на поле Балтика выйдет 19 августа и поборется за победу с факелом. Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Красота спасет Калининград. Кастинг в телепроект «Я топ-модель» завершен. Модный отбор из 42 претендентов прошли лишь 14.
Теперь их судьба полностью в руках судей и редакторов проекта. Слезы счастья и горечь проигрыша в репортаже Арины Заруцкой. Второй сезон телепроекта «Ятну Падель» еще не начался. Но уже во время кастинга стало понятно, что просто в этом шоу нашим участникам не будет. Так, например, Евгению, чтобы получить награду, придется похудеть ни много ни мало на 10 килограммов за месяц. Если я сброшу порядка лишние килограммы, которые у меня, в принципе, есть, вот, поэтому я готов к эксперименту, то есть я, ну, честно, рад, потому что на самом деле я не рассчитывал пройти, потому что мои параметры на самом деле не соответствуют модельным параметрам, вот, поэтому, ну, эмоции на самом деле захлестывают. И если одни готовы измениться ради проекта, то другие без этого себя очень любят. Участник под номером 20 Арташес Асвадой вовсе не расстроился отказу, потому что уверен, стремиться ему больше некуда. На вопрос, кто для него пример в модной индустрии, нашей съемочной группе парень ответил однозначно. Арташес Асвадой. Это я. Впрочем, Арташеса не спасла уверенность в себе и даже похвала от жюри за его профессиональную модельную походку. Начинающей модели сказали нет из-за нехватки нескольких пресловутых сантиметров в росте. По международным стандартам мужчина-модель не должен быть выше 186 сантиметров. И если кому-то роста не хватило, то кто-то наоборот мечтал бы чуть-чуть пониже. Сегодня на кастинге было много парней выше 190 сантиметров. Высота этого пресвола стандартная. Чтобы взять интервью у особо высоких моделей, их в прямом смысле пришлось ставить на колени. Расскажите, как вы прошли кастинг? На самом деле я очень хорошо прошел. Все было очень замечательно, я очень доволен. Море эмоций, просто всплеск такой. Я вышел, я был, не знаю, счастлив очень. Мне сказали «да», я прошел, и это реально круто. Вадиму Елецкому сказали заветное «да». К кастингу молодой человек готовился около года. В течение этого времени он ни разу не сомневался, что его лучший подарок природы, рост 192 сантиметра, сыграет только в его пользу. На самом деле это очень эмоционально. Я очень доволен, что я попал в этот конкурс, что я прошел дальше, прошел этот кастинг. На самом деле масса эмоций. Просто. Среди высоких моделей были и девушки, однако им повезло меньше, чем парням. По международным стандартам рост женщин-модели должен составлять не более 173 сантиметров. Ярослава Зорина не прошла в проект, ее рост 176. Девушка не скрывала своих эмоций, была возмущена критериями проекта. Очень странно, что есть критерий к росту, как бы модель должна быть высокая и должно видно быть. Член жюри Виктория Лауфер, известная модель, успешно работающая во многих городах мира. Нью-Йорк, Гамбург, Париж, Барселона. Сейчас Виктория генеральный директор модельного агентства Modus Vivendi. В Калининград она прилетела с целью отобрать участников для проекта и найти будущих топ-моделей. Парни были, где-то 4 или 5 парней были высокие, хорошо подготовленные, хорошо говорили, там очень хорошо одеты приходили. Девчонки все как-то как более, видимо, на шоу шли, хотя это модельный проект, и мне кажется, что можно посмотреть информацию какую-то, как правильно одеться, что нужно прийти на каблуках. Все девчонки были более неподготовленные, скажем так. Также оценивали конкурсантов Александра Шалагинова, фотограф и блогер. Анастасия Гончарова, главный редактор журнала «Шоппинг. Люди. Вещи». Мария Моисеева, директор модельного агентства «Modus Vivendi». Второй сезон телепроекта «Ятну Падель» еще не начался, но конкурсанты успели удивить жюри. Теперь остается ждать, чем наши участники удивят зрителей. В течение месяцев они будут бороться за главный приз – контракт на работу за рубежом. Окунуться в мир модной индустрии, посмотреть первый выпуск второго сезона «Я топ-модель» можно будет уже в это воскресенье, 20 августа в 21:00, только на Первом городском. Арина Заруцкая, Назим Габибов, служба новостей «Город». И это еще не все самое интересное, о чем мы вам расскажем. И вот что вы узнаете из второй части нашего выпуска. Внимание, водители! Польские автомобилисты предупреждают о последствиях шторма на международных трассах. Русский Челентанов в Калининграде. Зачем Артур Пирожков приехал в наш город? По Калининграду с ветерком. Чем местным жителям не нравятся городские автобусы? Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей «Город», и мы продолжаем. За выходные в Калининградской области произошло сразу несколько крупных пожаров. В Славске полностью сгорели 3 хозяйственные постройки и 3 тонны сена. Также сотрудники МЧС выехали в садовое общество «Здоровье» в Гурьевском городском округе. Там полностью выгорел дачный домик, пострадавших нет. О других новостях далее в рубрике «С места происшествия». В Калининграде на улице Сержанта Щезина посреди дороги загорелся автомобиль. По словам очевидцев, водитель успел выйти из авто. Сейчас выясняется причина произошедшего. Пострадавших нет. Такого я еще не видел вообще, что творится. Смотри направо. Аж загнулись все.
Калининградские водители предупреждают: будьте осторожны на польских дорогах. В соседней республике на выходных прошел ураган, после чего на трассах остались ветки, придорожные деревья, вырванные с корнем и погнутые сосны. На Московском проспекте образовалась пробка из-за ДТП. Инцидент произошел в понедельник днем. На перекрестке с улицей Кутаиской столкнулись грузовик и БМВ. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На Московском проспекте было затруднено движение в сторону выезда из города в течение 2 часов. Внимание, розыск! На минувших выходных в районе выезда из аэропорта произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, виновник скрылся с места происшествия. Если вы располагаете какой-либо информацией, просим сообщить в полицию по номеру 102. Не может быть не отмечена полицейскими и бдительность калининградцев. Благодаря звонку очевидцев сотрудникам ППС удалось пусть не предотвратить акт вандализма, но задержать нарушителя. 20-летний калининградец повалил фонарный столб. Стоимость световой опоры составляет почти 50 тысяч рублей. По словам задержанного, ему просто захотелось на него залезть, и музыка в наушниках только раззадорила парня. Шел, и была хорошая музыка, думал, что столб выдержит. Запрыгнул на него, и все. И получается, он начал падать, я его поймал на руке. Он его положил, и он горел еще. Да, я не отрицаю, это я сделал. В итоге опора сломана, нарушитель доставлен в отдел полиции. Ну и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Артур Пирожков, он же Александр Рева, и он же русский Челентано, снова приехал в Калининград. Шоумен представит свой новый фильм «Бабушка легкого поведения». Сегодня артист посетил скейт-парк на набережной Верхнего озера, чтобы вместе со всеми калининградцами поучаствовать в спортивном флешмобе, а также исполнить свой главный хит «Как Челентано». Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах. Своим зрителям Александр Рева рассказал, как он входил в роль и кто стал прообразом знаменитой бабушки, которая смешит всю Россию. Вжиться, в принципе, было несложно. Был единственный такой достаточно тяжелый грим. Это 2,5-3 часа. И раз грим, минут 40. Поэтому вот это вот немножко было сложно. А так, в принципе, было комфортно. Я снимал в основном... Вся моя актерская работа сводилась к тому, что я просто сделал свою маму, которая, кстати, тоже снялась в этом фильме, в эпизоде. И первую шутку говорит моя мама в кино. Кстати, в фильме «Бабушка легкого поведения» Александр Рева выступает не только как актер, но и как продюсер. Покоритель женских сердец ответственно заявил, что если зритель за просмотром фильма ни разу не засмеется, то он готов вернуть им деньги. В понедельник в кинотеатре «Заря» прошла творческая встреча с актером, которая закончилась предпоказом его киноленты, где Александр играет 3 главные роли одновременно – альфа-самца, мошенника и, конечно, бабушку легкого поведения. ФАС разрешила фонду принца Абу-Даби инвестировать в медицинские центры. Будет приобретено по 37,5% акций 2 онкологических центров, оснащенных томографами в Московской области, говорится в материалах ведомства. Общий объем инвестиций фонда и инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов должен составить более 1,5 миллиарда рублей. Далее наш эфир продолжает постоянная рубрика «Бизнес-новости». С ними вас познакомит моя коллега Полина Степанюк. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – стоматология «Диамед». Здравствуйте! Начнем по традиции с мировой новости. Компания Mercedes-Benz разработала и запатентовала внешние подушки безопасности для пешеходов. Подушки будут устанавливаться в стойке лобового стекла и срабатывать по сигналу специальных датчиков в тот момент, когда столкновение человека с автомобилем становится неизбежным. Ответ бюро по патентам одобрило через 2 года после подачи разработки. Возможно, уже в скором времени автомобили появятся на рынке. И к новостям ЕС. В Европе предсказали дефицит сливочного масла. Это связано с ростом цен на продукты почти в 2 раза с начала года. Забили тревогу французские пекари, предупредив о кризисе. Рост цен на данный продукт объясняется высоким спросом на масло со стороны ряда стран, включая Китай. Кроме того, спрос увеличился и после того, как была оспорена связь между потреблением этого продукта и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И к российским новостям. Чиновникам разрешат принимать подарки дороже 3000 рублей, если они являются изделиями народных художественных промыслов. Разработана дорожная карта по сохранению, возрождению и развитию народных промыслов. Соответствующее распоряжение сделал Владимир Путин. Минпромторг полагает, что инициатива улучшит положение в сфере народных промыслов. Речь идет о подарках, которые чиновники получают в рамках протокольных мероприятий. Проект также подразумевает изменение порядка госзакупок в отрасли. К автомобильной теме. Продажи коммерческих автомобилей в России поднялись на 25% в этом году. Больше остальных росли продажи авто, произведенных группой ГАЗ. Было продано почти 22 тысячи машин.
что на 23% выше, чем в прошлом году. На втором месте продукция УАЗа – 11 тысяч машин. Третье место у крупнейшего российского производителя «АвтоВАЗ». Ему удалось реализовать более 4,5 тысяч автомобилей. Первую пятерку замыкают иностранные «Mercedes-Benz» и «Ford». Перейдем к местным новостям. В пригородной зоне Зеленоградска власти выделили 113 055 квадратных метров под строительство аквапарка. Администрация отмечает, что строительство аквапарка в пригородной зоне не создаст нагрузку на центральную и историческую части Зеленоградска. При этом оно повысит туристическую привлекательность курорта. Это были все актуальные новости бизнеса и финансов к этому дню. Меня зовут Полина Степанюк. Всего доброго. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – стоматология «Диамед». Пункт назначения по-калининградски, а также звонок в аэропорт, который заставил пассажиров ждать свой рейс несколько часов. Что еще запостили, лайкнули и твитнули пользователи в своих аккаунтах? Смотрите далее в нашей рубрике «Социальные сети». Партнер рубрики «Социальные сети» – центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто». Прокатиться с ветерком можно в одном из автобусов Калининграда. Для тех, кто любит острые ощущения, просьба садиться ближе к водителю. Там автобус как раз уже почти развалился. О ремнях безопасности и страховки здесь речи и быть не может, пишут недовольные калининградцы в комментариях. В выходные в аэропорт Храброво поступил звонок с сообщением о бомбе. Всех пассажиров эвакуировали. В итоге несколько часов они провели на холоде, а вылеты приостановили. По мнению очевидцев, бомбы никакой не было, просто опять какой-то хулиган опаздывал на свой рейс и решил так пошутить. Гигиена – подруга здоровья. Вот так моют у нас автомобилисты свои машины. Видимо, было слишком грязно. Теперь неделю сохнуть будет, пишут в комментариях. В самом центре Калининграда, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Черняховского, образовалась свалка мусора. Однако на этот раз очевидцы винят вовсе не городские службы и людей, а бродячих собак, которые разорвали мешки с отходами для поиска еды. Вот только что пакеты делали у дороги, никто так и не выяснил. Партнер рубрики «Социальные сети» – центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто». Ну и какие новости еще радовали жителей нашего города, мы решили узнать у них. Опрос продолжает наш эфир. Внучка гуляла, у меня родилась внучка. Я еду завтра в Центр развития одаренных детей. Мои хорошие новости. Мы вернулись из отпуска, там была замечательная погода. Мы хорошо отдохнули, хорошо загорели. Надеюсь, здесь в сентябре погода нас еще порадует. Моя дочь после отпуска в 2 месяца в Крыму первый день пошла в садик. Тоже очень рада была. Ну, вообще хорошее настроение, хорошая погода. На протяжении прошлой недели стоимость доллара и евро то падала, то поднималась. Какие курсы валют установил Центробанк на вторник, расскажем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». Курсы валют на 15 августа. Доллар США – 59 рублей 79 копеек. Евро – 70 рублей 66 копеек. Польский злотый – 16 рублей 47 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». Ну и традиционный прогноз от метеорологов в конце нашего выпуска. Какой погода будет в городе и области во вторник? И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин, и до встречи в городе.